Дорогие друзья, дорогие зрители, поздравляю вас с наступающим Новым годом от имени канала Максимация, от канала «Чё хочу, то ворочу», и Лёха, поздоровайся, кстати. Всем привет, всех с Новым годом. С наступающим Новым годом, сегодня 30 декабря, куда ты торопишься-то так? Новый год только завтра. У кого 30 октября, ой, декабря, у кого 30 января, ну без разницы, я каждый день сплю. И у меня что, декабрь, что январь, одно и то же. Да, это точно. Короче, у нас план такой. Сначала пару раз в напарнике в онлайне на карте Равин. После чего мы также пару раз. Я буду против Лёхи на карте Мелития с ботами. Да. Кстати, карта Равин самая непопулярная. Да, но она очень подходит для новогоднего выпуска. И сейчас 600 тысяч игроков в сети. В последнее время нам почему-то в напарниках попадаются силачи какие-то, которые лучше нас намного играют. Ну до того попадались слабые. Ну, равные. Слабые, но такие, знаешь, со знаком плюс. Сегодня Артур, ой, Максим будет это снимать еще, кроме Равина. Что ты будешь сейчас снимать? Этот, Мелитию. Ой, а что со звуком-то? Почему звук лагает? Пожалуйста, не зависни, игра такая. А, не-не-не, нормально, все нормально. Все грузится. Надеюсь, выпуск сильно длинным не получится. Так, и мы спецназовцы. А, это разминка пока идет. Я забираю... это АВП, ну тогда ты забирай. Ой, слушай, у меня что-то подлагивает, мне кажется. Че, они не решились там выходить, что ли, а, чудики? Получай, скотина. Ты будь одновременно убиваем, как всегда. А я из ЗВП выношу их. Ну и я. Так, вот в этот раз я промазал. Так, разминка скоро закончится. Короче, как вы видите, здесь зима. Кругом снег. Это так прекрасно. Тут сосульки всякие. Отдай. Зачем отдавать-то? Ты же выбросил его. Да ничего. Ладно, мы обменялись пистолетами с тобой. Хотя в этом и никакого смысла не было. Сразу в голову, обалдеть. Ого, а ты хорош. Я уже думал, тебя убьют, пока ты перезаряжаешься. А я одного убил, перезарядился, второго убил. Только зачем я перезарядился, не знаю. Покупаем вот эту штуку. Ой-ой-ой! Хорошо. Я сначала даже не понял, что это. Я думал, это ты. А. Да нет, я пошел вместе с тобой. Ух ты, ты у него забрал, отлично. Красавчик! Красавчик у него ник. Сейчас посмотрим, какой ты красавчик. Правда это, посмотрим, правда это или нет. Ох, ё-моё. Ничего не вижу, ничего не вижу. А меня не ослепило. Я, кстати, нифига не шевчу сейчас. Так, ладно, я пойду туда. Опа. Хорош.
А, жалко, это было не красавчик. Блин, я не успел подобрать эту штуку. Ну и плевать. Красавчиковский галей. На нафиг. О, нифига себе, он отлетел. Я тоже это заснял. О, у тебя теперь... А, нет, у тебя не АВП пока. О, я убил красавчика. А, это ты убил красавчика. Отлично. А теперь я убил гангстера. Никогда не беру SSG 08, потому что это фигня. Пора брать АВП. Блин, я случайно взял щипцы, не знаю, зачем они мне нужны. Не думаю, что они мне где-то нужны будут. Блин, сам себя ослепил. Вот дурака. Вот я дебил, ослепил сам себя. А ты почему стоишь? Ой, извиняюсь. Сам себя ослепил и меня убили. Что-то ты сейчас, по-моему, поздно среагировал. Я отвлекся. Но мы тащим пока. Пока мы прямо отлично тащим. Теперь я иду туда. А ты как хочешь. Хочешь там, мне пофигу. Получай, красавчик. 001. Во, хороший прогресс. Мы тащим пока. Так, последний раунд первой половины игры. Последний раунд за спецназовцев. Отлично, давай АВП. А, блин, я не могу купить АВП. Жалко, жалко, жалко. Что у меня видно? А у меня тоже немножко, кстати, подлагивает, по-моему. О, тут уже полег кто-то. Почему у него SSG 08? SSG 08 это такая фигня. В голову, я обалдеть. Я даже с места не сдвинулся, максимально сидел. А чё ж ты сидишь-то на месте? А, у этого... Ты посмотри. У этого красавчика это звание высокое. Нет, сержант, ничего не высокого. Но у него это, орел. Это медаль за службу просто. А-а-а. Это невысокое звание. Ой-ой-ой. У него звание сержант. Блин, слушай, я неплохо сейчас играю. Я его почти зарезал. А, это ты был! Я забыл, что мы террористы. А еще я забыл включить красный свет. Это что, в меня стрелял? Ага, я в твой труп стрелял. Дурак, блин. А еще я забыл включить красный свет. Отойди, блин. Куда у него уже АВП? Отлично, теперь он у тебя. Ну, ну ты молодец. Сам ты не лучше меня. Ладно, покупаю эту штуку, правда, у меня бабки закончатся от этого. Вот теперь я пойду направо. И что-то сюда никто не... Я не ожидал, что они выйдут оттуда.
Я смотрел не туда. А, мы играем уже, что ли? Конечно, а ты куда отвлекаешься постоянно? Хорош. Он даже не попал в тебя ни разу. Блин. Нам ничего, они уже в любом случае не выиграют. Надо всего лишь один раз их победить, и все. Блин. А, я уже думал, ты стоишь опять на месте. Он только что ушел туда вправо. Оба они здесь. Перезарядка. Нет, мне секунды не хватило. Вот мы все ненавидим перезарядки. Почему? Просто терпеть не могу. Особенно когда это не надо. Терпеть ее не могу. А счет был сначала такой красивый. Да ебмоё, а. У них мощные пушки, у меня нет. О, ничего вот здесь, нет. Вот здесь вот они были. Срулили, что ли, уже? Они только что были здесь, где ты только что был, где вот ты вышел. О, есть. Легкие. Да, эти были довольно-таки простые. Давай, давай еще один раз. Не довольно, а вообще простые, я бы сказал. Так, еще один раунд. Посмотрим в этот раз, какие будут. Не люблю, конечно, поиск, когда долгий такой идет. Вообще прям не люблю. Да, да. Сейчас 612 тысяч в сети. Интересно, а вот на... Это те, которые на равин готовы? Не знаю. Да я думаю, если бы столько было готово, то быстро бы находилось. Наверное, вообще. Наверное. И мы снова за спецназовцев начинаем. Погоди, это не тот же случайно? По-моему, аватарка знакомая. Это они же! А второй тоже таким будет. А ты думаешь, они русские? И, кстати, ну, если красавчик написано. Красавчик... А... Ну да, точно. И второй, и второй такой же. Второй. Они оба были уже. Чё, может, выйдем и других возьмем? Я не знаю. Максиматы спасает вас, убив гангстер. Чё, впервые такое вижу. Надпись такой. Жалко, я хотел других соперников, ну ладно. Нет, ну можем третий раз снять.
Не, я думаю, у нас просто времени не хватит. Так что обойди. Нет, если хочешь, если... Пикну, мы уже не сможем выйти. Нам панда. Если мы вы. Да, вот я только что об этом вспомнил, да. Так что ладно, ладно, еще одна попытка, значит. А, отлично, я в голову попадаю, хорошо, смотри-ка, что ты. Я в голову неплохо стал попадать, по-моему. Ну, пока ты со мной не играешь, то да, неплохо. Кстати, на милитии у нас будет право переключаться между ботами, когда мы будем подыхать. Блин, я успел убить его, но потом меня убил этот гангстер. Они были справа. Но он мог уже свалить в другое место. О, и ты тоже в голову хорошо попадаешь. Что-то им как-то в голову легко. Я еще ни разу не промахнулся почти. Им вообще легко что-то в голову попасть. Так, я пока не буду брать АВП, потому что у меня деньги есть, но они закончатся, если я куплю АВП. Так что пока не будем это делать. Получай. Правда, не в голову. А, это хороший матч. Одного убил ты, второго убил я. Все нормально. Он сам ко мне пришел. Ой, я забираю его оружие. У него неплохое оружие, кстати. И никто ни разу бомбу, кстати, не заложил до сих пор. На этой карте что-то бомбы закладывать не любят. Блин. Я думал, это я его убил. Я думал, я его убил, раз там сообщение сверху улезло. Он так быстро пробежал, что я не успел его убить. Да, вот я-то гранат вообще кидать не умею. И не знаю, как это делать. Хорош. Так, ладно, пора брать ВП. Смотри, пистолетку положил. Вон, там. А, ничего так ты. Гений. Есть, попал. Эй, и второго тоже попал. Причем я ему попал прямо в яйца. Так, теперь я пойду туда. Эпично получилось. Блин, я не успел по нему начать стрелять. И во второго тоже. Так, одного убил. А второй уже убежал. Если бы я только знал, куда. А ты где? Ты почему ничего не делаешь? Зачем ты в угол смотришь? Ой, извини, блин.
Блин, я так надеялся, что я снова обоих их убью. Блин, не ту гранату. Я так надеялся, что обоих пристрелю сейчас. Во, вон он прям стоит, там стоит башка. Ну что ж ты так-то? Так хорошо убил первого. Я думал, у меня АВП в руках, поэтому я затупил. Это у меня он был в руках, а не у тебя. Так, я теперь снова пойду туда. А ты на месте не стой. Мы команда вообще-то. Я и промазал. Он так близко подошел. Не думал я, что он подойдет прям там. Да как ты это делаешь? Я не понимаю. Офигеть. АВП забирай. Хотя он у тебя тоже, по-моему, был или нет. А, это мой АВП, кстати, был, а не его. Ты видел, как я их раскидал? Проглядел, наверное. Ну, может, это на записи. Это все благодаря гранатам. Да? Возможно. Промахнулся! Ты чё, умеешь? Да, я промазал. Лёха из АВП стреляет лучше, но тем не менее... Его все равно замочили. Ну невозможно же всегда выигрывать из АВП. К тому же он уже там сидел, а я тут выходил. Конечно, так лучше. Ёшкин кот! Ты чё? Пистолет я выкинул. У тебя деньги есть, купи. О, его купить можно. Есть, я обоих намордовал пулями. Нафига я его купил? Я обоих пулями нашпиговал. Нашпиговал свинцом. Офигеть, как я ему в башку попал. Обалдеть. Давай, давай, убей его, пожалуйста. Сейчас перезарядка что? Пойдет. Я тоже это заснял. Ты видел, он еще ноги раздвинул над моей головой. Да, видел. Это так отвратительно. Отвратительно и прекрасно. Беру АВП. И снова выиграем мы. Есть. Одного убил ты, второго я. Это дружеская победа. Ну а теперь погнали на милитию. С ботами. Сколько запись уже идет? 24 минуты, хорошо. Теперь я буду против Лёхи. Что ж, из-за ВП я, оказывается, не так уж и плохо стреляю. Я думал... Вот мне вроде вот милития нравится, вот вроде чем-то она мне и не нравится. Ну, даже не знаю почему. Но эта карта очень подходит для новогоднего выпуска. Ну и сама карта, она такая, типа террористы, команда террористов защищает этот дом, а спецназовцы атакуют. Это довольно-таки интересно.
разминочка. Наверное, ее надо пропустить. Потому что нафиг она нам нужна. Кстати, эта карта... это карта на спасение заложников. Я ж голову стреляю, алё. Да блин, у них... Они что, в шлемах, что ли? Опа, у него G3 SG1. Блин. Кстати, тебя я не видел еще. А я вышел, а я вышел, а я вышла, вышла. Да никуда ты не вышел. Эй, чуваки, вы куда все пошли-то? Ладно, не хотите, как хотите. Эй, а чё у вас так много-то сразу? Они вообще какие-то плёхи. Я убил уже троих. В голову. Давай, вылезай, я тебя вижу. Ой-ой. Только не это. Кончились патроны, мать твою. Почему снеговик не режется? Так, мне остается только один вариант. Это тактическое отступление. Надо искать нужно искать трупы. Сука. Нельзя так говорить на видео. Ты что, с ума сошел, что ли? Что я сказал? Ты сказал на букву С кое-что. Кстати, если ты не забыл, мы можем переключаться. Я же не сматерился. Это плохое слово все равно. Сука, это забыл. Да не надо! Низкого пола. Неважно. Ой, какой ты! Прямо у тебя дети трехлетние смотрят. Нет! Ладно. Опять всех убил. Ну, но этот раунд получился неплохой. Я троих в голову убил. Но потом я еще одного убил. И тебя, кстати, классно ножом зарезал. Так что мне этот раунд понравился. Блин, у меня деньги закончились теперь. Потому что я взял какую-то херотень. Я сам плохое слово сказал. Мы с тобой оба плохие. Ничего не вижу. Ой, а чё так много-то? Да почему их так много-то? Ой. Откуда? Откуда? Пипец. Как-то это жестоко. Почему у вас так много, а мои все полегли уже? Потому что гладиолус. Потому что ты гладиатор? О, тут чё, один из ботов с ВП. Это так прекрасно. Ах ты. Ах ты какой нехороший мальчик. Еще какой хороший. Блин. Вас почти не осталось, кстати, уже. А мы, спецназовцы, процветаем. Ну, блин, как это могло быть сейчас? Оу, я... А бот, который остался у него, между прочим, АВП. Значит, мне это не грозит. У тебя же АВП нету? Сейчас найдем. Где ты его найдешь? Но мне нужно найти тебя в первую очередь. Найти тебя и пристрелить. А вот и АВП. Где ты его нашел? На полу. А, ты, наверное, свой собственный взял? Нет, у меня нет денег. Как? Ты же два раза подряд выиграл. Как у тебя могло не могло быть денег? Не знаю, нету. Блин, у меня всего 20 секунд для того, чтобы найти тебя и убить.
Да тебя там даже было не видно. Ну, это правда. Это не SSG, это SSG. Ну да. Но если в голову, то неплохо. Ладно, чувак, достал ты. Начинаем играть по-серьезному. И вы, боты, тоже давайте не будьте дебилами. А чё так много-то сразу? Твою мать. Да блин. Блин, я тебя в последний момент заметил. О, у этого тоже этот... Есть! Нет, как? Я же в голову попал. Не попал ты никуда. Блин! Ну вы чё, дураки что ли? Хорошо, что сейчас не поздно и можно даже покричать немного. Блин, вот... Есть. Чё? Я сам не знаю, чё, братан. Не знаю. А я победил. Даже несмотря на то, что я сдох, я победил. Я помню, мы как-то на этой карте обоих заложников притащили. Кстати, я забыл, что здесь не надо покупать броню. Вот реально забыл. Ну, прям встали, идиоты, здесь. Ой! Нифига себе, это было неожиданно. Ничего себе, я ворвался. Идиот! Сразу два бота застряли в лестнице. А, да? А у меня все на вашей базе будут. Причем, блин. Вот даже я интересно, вот даже, слушай, мне интересно, как это с твоей стороны выглядеть будет? Как это выглядело? Просто я внутри другого бота сидел. Как обычно, вот как-то они застревают, я думаю. Я не понимаю. Было много случаев, когда у нас здесь боты застревали, но не было такого, чтобы оба застряли. Было, у меня такое было. У меня не было. Добрый день! Ой. Как я не могу сейчас? И сейчас как я... А, нет, я попал сейчас. Я попал. Но, скотина! Как я сейчас-то не попал? А, ты что, тебя уже убили? О! ХП нет почти. Ну, пипец. Да почему так происходит, а? Я не понимаю. Вообще не понимаю. Да ты... Арт. ГДР, блин, чё, знаешь. Ладно, пора мне негив тоже взять, раз уж ты так... Он тебе не поможет. Смотри где. Смотри где его использовать. Вы чё там все бегаете под землёй, я ж вас слышу. Как ты на... как... Да это всё дура... Я шепчу, это другие боты дебильные. И он ещё и в лестнице застрял, о, идиот. Он прям шёл и застрял в ней. Смотри, как? Смотри, я твоих убиваю. Да вижу, я вижу. А как выбраться теперь отсюда? Блин. Ну а все, он в лестнице застрял. Я даже не мог увидеть, что происходит вокруг, потому что я видел то, что внутри бота находится. Ладно, зато я узнал, что находится внутри бота. Изучили организм бота. Он пустой, в нем нет ничего.
один. Достал ты уже вообще, слушай. Да блин, ты с АВП со своим, блин. Просто всех. Никто из твоих не сдох и даже урона не получил особо. И я не понимаю, почему так происходит. Как это возможно? Ладно, идите. Идите, вы первые, я пойду за вами. Да как так-то, ёма? А я же смотрел на крышу, тебя там не было. Я был там, я тебя через стенку убил. Так, робочел, иди вперед. Нет, 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 не вперед. А как ты это сделал? Это через стену. Ой, ну, это дебилизм, это полный. А опять через стенку? Нет, сейчас твоя голова отключит. Да пошел ты нафиг. Ладно, еще один раунд, только теперь я. Может быть, тебе повезло, потому что ты был террористом, и теперь мне повезет? Нет, ты не выиграешь. Потому что мне, по крайней мере, будет легче залезть на крышу. Ну и что, я тебя убью просто и от неожиданной, да? Ой, а почему? Твоих 4, моих 6. А, нет, все нормально. Все, как говорится, в порядке. Ты чё? Кто чё, я не... Хедшот снеговику. А вы все где, алё? Капец, все встали возле этого окна, блин, как идиоты. Я их сейчас убью просто и все. Ты убьешь. Блин, патроны кончились. Где мне патроны взять? Нигде, мой братан. Хедшот для снеговика, зачем я это делал? Да что ты не сдох-то? У меня вообще еще 74 хп. Блин, у меня один застрял в лестнице. Что? Ты не соврал мне там случайно, а? Нет. Я что-то... Напрягает это немного. Нет, я не соврал. Я правда все равно забыл, как попасть к этой лестнице. Так что мне придется тебя искать. Что-то я потерял тебя. Ой, извини, я перепутал, чуть в союзника не попал. Да откуда, блин? Что за привет. Дебилизм? Максимадзе, хеллоу. Алёха, ты иди в жопа. Сейчас я вылезу отсюда и тебе такого... Дебилизма сейчас... А нет, не дам эти дебилизмы сейчас. Так, если я эту штуку сейчас возьму, то у меня деньги закончатся. Ну ладно, возьму. Выбора все равно нет. Вот я ж тебя заметил. Я же тебя заметил. Крыша не поможет. Блин, мне сразу двоих надо. Ой, откуда? Нет, это ты по-любому, это по-любому ты.
Нет, это не ты. Я просто ты тоже так ходишь. Как блин, я хожу? Это дурацкое оружие. Но я попал. Я забираю АВП назад свой. Ну и как мне теперь тебя победить? Да никак. Думал, этот человек думал, что ему поможет крыша. Иди нафиг. Ты меня почти убил. Неужели? Да-да. Нет, я же стрим. А, отлично, наконец-то мы выиграли. Некив неплохо. Да, конечно. Да, почему Яндекс поиск запустился? Алиса, иди нафиг. Блин, да ты скотина задолбал. Ну, чё ты тут застрял опять, а? А, как я не попал? А, нет, видимо, попал в ногу. Не попал. Тут написано же BotKit плюс Mr. Express. Так ты до этого... Так ты же до этого попадал в меня вроде. Или... А, и у тебя же ВП был. Ну, видимо, попадал, значит. Я даже не знаю, что мне купить. Вот, блин. Почему ты таким сильным стал? Я не понимаю тебя. Ё-мо, чё вы там скопились? Да ёп! Тебя другой должен был отвлекать. Где ты? Я ж тебя не видел. Ну это хитрожопа очень. Это слишком хитрожопа, братан. Как я не попал сейчас? Верни мой АВП. Пошел нафиг, братан. А, блин, я забыл, что у меня еще и двое есть. Ух ты, неожиданно. Так, зашибись. У меня два в лестнице застряло. Это прекрасно, братан. Это плохо. А вот, а где еще один? Наверное, этот еще один, это ты даже. Секунду. Нет, 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 перезарядка. Не здесь, не сейчас, только не перезарядка. Блин! Я хотел убить двоих. Ладно, тут ты тоже выиграешь, потому что что-то я не понимаю, как это происходит и почему. Полете. Ах, ты... Не смей так говорить, блин. Что-то твоих слишком много. Вы, кстати, что-то вообще из заложников не берете. А, нет, брали уже, вы заложников брали. Я прекрасно помню, где ваши чуваки отшивались, тусовались. Ой. А где?
твой южный это... лево как ты это... Это ладно. Твоего же оружия. Я не убил бы тебя никак. Так, ладно, пацаны, вы окружайте. Да ты офигел, второй раз меня убил. Я убил нескольких, походу. Блин, откуда у тебя АУГ? В смысле, я же переключился. Где? Где? Я туда стрелял, тебя там не было. Я в других твоих стрелял. Эх ты, блин. Я думал, это с собой тут ходит. Думал ты. Зря ты думал. Ну раз так, я тоже возьму ники. А у тебя получится? Сейчас и проверим. Ну почти. Да, проверили. Ты вообще по мне ни разу не попал. Я по тебе не стреляю. Ну как? Я думал, ты по мне стрелял. О, хорошее оружие, я его забираю. Нашел хорошее оружие на земле. Тут еще и дым. Хорошее оружие тебе не понадобится. Тут еще и дым был. Как это возможно было? А, это не дымовая. Что за дебилизм? Мне вообще ни в чем не везет. Самое дорогое оружие. Да, только не стоит денег своих. Вообще не стоит своих денег, оно. Вот вообще не стоит оно своих денег. Просто вот вообще. А еще ты еще три раза скажи. Вообще. Просто вообще. Вот я не знаю как. Просто вот от все сто. Вообще. Я не знаю как еще можно сказать. Ладно, все, хватит. Вот ты говорил. Так-то, сынок. Я давно тебя учуял. Ой, а откуда? А, еще и двое. А, еще один остался. Только вот с говёным оружием. Тот, где? А как через... А как ты там мог вообще попасть? Об стекло. И как ты вообще знал, что... И как ты вообще узнал, что я там, а? Да где видно было, там пушки подбирались. А вас не было видно. Вас вообще видно не было. Вот вообще. Так, я беру АВП, потому что мне с ним везло неплохо. Блин, они чапки. Ой-ой. Откуда? Неги. Я удумал, попаду. У него... Да как так? Да как ты? А, ладно. Это пипец. Это пипец. Как, почему я проигрываю постоянно? Ладно, короче. Такой вот был выпуск. Всем, всех еще раз с наступающим Новым годом. Желаю счастья вам, здоровья, всего такого.
чтобы чтобы жили все богаты, у всех росла зарплата и так далее. Лёха, может, ты тоже что-нибудь пожелаешь? Лучше, да я лучше промолчу, чтобы тебе не запикивать. Все, всем пока. Да, всем пока. Я понял, что Лёха хотел пожелать.